Париж. И символ Парижа – Эйфелева башня. Неповторимая эстетика и очарование этого сооружения восхищает людей. Не менее впечатляющая и инженерная уникальность этого архитектурного шедевра. К примеру, прочность башни. Это сооружение способно выдержать самые сильные натиски ветров и землетрясений. Весьма любопытно и то, что вдохновило архитектора на создание этого уникального инженерного замысла. Башня была спроектирована по модели строения одной из костей человеческого организма, а точнее бедренной кости, которая несет на себе наибольшую часть тяжести человеческого тела. В начале 1850-х годов известный анатом Герман фон Мейер, изучая строение человеческих костей, заметил интересную особенность. Бедренная кость человека была настолько прочна, что могла выдержать в вертикальном положении вес в 1 тонну. Кроме того, кость состояла из маленьких косточек-жердочек, которые перекрещивались друг с другом, создавая решетчатую конструкцию. В 1866 году швейцарский инженер Карл Кульман также заметил, что строение человеческих костей указывает на наличие детального плана их создания. Маленькие кости-жердочки, создававшие, перекрещиваясь, решетчатой конструкции, уменьшали вес и давление, которое оказывалось на кость, так как эти маленькие косточки были расположены именно вдоль линии направления силы тяжести в момент вертикального положения человека. Инженер Кульман предположил, что это чудо строения костей можно использовать и в архитектуре. Таким образом, Эйфелева башня была построена по принципу решетчатого переплетения несущих элементов, точно так же, как и в бедренной кости человека. Одно из чудес божественного творения человеческого тела стало источником вдохновения для технологического прогресса. Биомиметика. Как технологии имитируют божественную природу. Знания, получаемые людьми из природы, используются в современном мире повсюду, начиная от строительства и кончая медициной. И сегодня эти знания уже составили новую область науки. Науку биомиметику. Биомиметика занимается изучением проектов и строений в природе. Исследуя этим природным проектам, изобретает новые технологии и идеи для воплощения в жизнь. Причиной совершенного строения природы является ее божественная сотворенность. А человек, изучая ее совершенство, лишь приближается к постижению безграничной мудрости Всевышнего Творца. Всевышний Господь показывает нам примеры своего беспредельного знания и мудрости в сущностях, сотворенных им повсюду вокруг нас. В этом фильме мы увидим удивительные примеры биомиметики и узнаем, сколь великим доказательством божественного творения является окружающая наша жизнь и природа. Умные материалы.
Природа использует очень много всевозможных материалов, которые обладают удивительными, присущими только им особенностями. Они работают бесшумно, необыкновенно красивы и чрезвычайно прочны. К тому же могут легко трансформироваться. Каждый из этих материалов может стать примером для использования их идей в высоких технологиях. К примеру, керамика. Материал, который очень широко используется в повседневной жизни. Этот материал применяется повсюду, начиная от строительства и заканчивая электроосветительной промышленностью. Для производства керамики требуется температура от 1000 до 1500 градусов. Однако живые организмы также могут вырабатывать керамику. К примеру, панцири морских организмов. Кроме того, для формирования этих панцирей требуется температура всего в 4 градуса. Эта удивительная особенность привлекла внимание турецкого ученого Ильхана Аксая. Изучая структуру различных панцирей, он заметил удивительную особенность морского организма абалоны. Этот организм обладал чрезвычайно прочным панцирем, который в два раза превосходил по прочности керамику, производимую с применением самых высоких технологий.